плотные пышные столбики. Очень интересный способ вязания пышных столбиков, необычный, при котором они получаются вот такие вот плотненькие, никуда, так сказать, не убегают. Получаются вот такие шишечки. Давайте посмотрим, как это вяжется. Вот есть схема. Схема, конечно, не очень хорошего качества, но в любом случае я ее положу на своем сайте под видео. Разобраться, честно говоря, по этой схеме, ну, в общем-то, сложно. Давайте посмотрим, как это вяжется. Значит, раппорт у нас составляет 10 петель. Для того, чтобы связать образец вот такой ширины, вот тут вот у нас 10 петель, здесь 8, то есть 18 петель я набираю, дальше 3 петли подъема, и, собственно, начинается вот вязание этих хитрых столбиков. Значит, набираю 18 петель, вот я набрала цепочку из 18 воздушных петель, теперь делаем 3 петли подъема, столбик с одним накидом в 18 петлю, не довязывая, делаем 2 накида и, отступив 2 петли цепочки, вяжем столбик с двумя накидами. Эти два столбика у нас будут с общей вершины, то есть 3 петли мы связали вместе. 3 воздушных петли, столбик с одним накидом, и второй столбик с одним накидом мы не довязываем до конца. Теперь мы вяжем пышный столбик вот в это место, то есть под эти два столбика с одним накидом, которые у нас на столбике с двумя накидами. Но главное понять, как это вяжется. Значит, сделали накид и 4 раза вот из этого места вытянули ниточку. 3, 4. И теперь это вот все вместе провязали. Накид, отступаем 2 петли, вяжем 4 столбика с одним накидом. 1, 2. И 4. Вот. И если мы посмотрим еще разок на схему, значит, пятый столбик здесь он будет с общей вершиной, со следующим столбиком с двумя накидами, где вот у нас пойдет следующий пышный столбик. Вот плотный пышный столбик. Значит, делаем недовязанный столбик с одним накидом, столбик с двумя накидами, провязываем 3 петли вместе, 3 воздушных петли подъема, столбик с одним накидом, столбик с одним накидом не довязываем, делаем накид и вот из этого вот места вытягиваем ниточку 4 раза. 1, 2, 3, 4. И все это вместе провязываем. И в конце ряда также отступаем 2 петелечки. У нас будет 2 столбика с одним накидом. Такая кромочка. 2 столбика с одним накидом. Переходим ко второму ряду. Вяжем 3 петли подъема, столбик с накидом, 2 воздушных петли и столбик без накида вот верхушечку этого пышного столбика. Опять 2 воздушных петли, здесь все просто, над столбиками с одним накидом мы также вяжем столбики с одним накидом, их у нас будет 5 штучек. 3
4, и 5 вяжем вот прям вот в это место. 5, 2 воздушных петли, столбик без накида в верхушечку вот пышного столбика, 2 воздушных петли и 2 столбика с одним накидом в конце ряда. Самый последний мы вяжем в петли подъема. Вот у нас 2 ряда связано, переходим к третьему, также 3 воздушных петли, и здесь мы вяжем такой же пышный столбик. То есть делаем один недовязанный столбик с одним накидом, и здесь столбик с двумя накидами, уже вот столбик без накида, который у нас в верхушечке предыдущего столбика. Все совершенно так же. 3 воздушных петли, столбик с одним накидом, недовязанный. Вот отсюда вытягиваем наш пышный столбик. 3. И вот здесь уже понятно, здесь ничего не нужно отступать, а просто вот столбик над столбиком вяжем. Вот такие вот получаются столбики. В общем-то, я их назвала плотные пышные столбики, и кроме того, они вот получаются с наклоном. Ну вот здесь схема дана, они идут вот попарно в шахматном порядке. В принципе, их можно расположить как угодно. То есть их можно делать вот так вот в шахматном порядке, этот опять будет здесь. То есть вот эти вот ряды, третий и четвертый, если мы пропустим третий, четвертый, пятый, шестой свяжем, седьмой, восьмой пропустим, то есть тогда у нас пойдет просто вот такая вот шахматка из таких столбов. Вот такой рисуночек, такой вот образец у меня получился в результате. В общем-то, узор интересный, он с одной стороны вот тут все-таки есть дырочки, а с другой стороны есть вот такие вот довольно-таки плотные пышные столбики. Они действительно плотные. Очень необычный, честно говоря, способ вязания. Я сама в нем не так сразу и разобралась. Схему вы найдете на моем сайте. Ссылочка, как всегда, будет под видео. Я хочу обратить внимание, что, в общем-то, узор практически двухсторонний. Можно располагать и вот и поперек.